ребята. С вами Тидзе и Котик. Мы будем играть в Барбоскина и в Робоксе. И теперь мы будем какой-нибудь персонаж, например, Тимоха, которым самый вот и друг от Руска. Ну и Иза, противная самая. И Трусок, Балыса, Роза, Геда, Папа Барбоскин, Баба Барбоскин. Короче, я выберу Малыша, потому что мы будем пацанами. Мы не будем пацанами. Так, наверное, я выберу Гену. Потому что он ученый. Сейчас напишу. Я. Гена, вот. Что такое? Хотите? Так. Иза, привет, как дела? Наверное, ей пойдет. Короче. Я не... Стой, я где? Смотрите, тут какой-то здесь на имени, тут ребенок. Значит, она что, ребенок? Ладно. Пикучу себе... Нет, это невозможно будет. Это невозможно. Рассосается. Мы будем выбирать Руска, потому что он каждый день смотрит. То есть я смотрел такое умный каждый день. Так, господи, ты здесь, пожалуйста. Который каждый день смотрел футбол. Вот сейчас я Трусок. Так. Да хватит уже меня, что же? Хоть сломайте. Так, второй. Упс. По-моему, я... А ты чё? Вчера вообще такого не было. Я заслон. Иду. Я заслон третью. Она не работала. Ну ладно, пока. Потом она не работала. Вот сейчас мы проверим. А это что, вообще будет работает? Вчера она не работала. Ладно. Здорово. Так, папин кабинет это... Стой, это... Подожди, это... Это еще кто иди, Димыча. Мультика, физика. Короче, я не знаю, кто. Но это выглядит это странно. Кто херен сказал Димыча? Ребята, кто сидит и смотрит этот мультик? Физиков. Вас лайк и подписка на мой канал Тидзе и Котик. Там почти чуть-чуть. Надо набирать уже 100 подписчиков. Потому что мне чуть-чуть мало. Я хочу много подписчиков, много лайков, много просмотров, много комментариев. Ну, просите чуть-чуть, не знаю.
Даже я хочу вам сказать один вопрос, ребята. Я буду снимать видео, как у меня на 30 ноября 7 лет на день рождения у меня. Снимать. Моя мама будет снимать Дарья Рюмерна, который вот. Я выше горы, ребята! Я выше горы! А эти меня выше. Ладно. Нет, это у вас босса будет. Мы будем, наверное, пацанами. Да ё-моё! Я упал из сифта! Свой игрой сидит так! Почему я каждый раз падаю? Да просто я за 5 лет уже играл! Да я опять падал вообще! Это вообще бизнес какой-то, который я сам ожидал в эту игру в Робокс. Барбоски это Робокс. Я буду угадывать все видео все, которые я хотел. Ой, что я буду сказать? Блин, я проиграл. Ну ничего страшного. Кто-то пишет. Господи, никто про Робокс комментарий не пишет. Один вопрос сказать. Я в лайке на птице и котика. Короче, у меня уже 2 видео, да, я не могу выкладывать. Я хочу. Ёпта, ты знаешь, это крысы. Короче, я могу умирать. Из-за крысы. Мне вообще надо подписчиков. Подписчики надо много мне. Я буду знаю. Тут написано. Я не знакомиться на пьетке. На пьетке. И пробки. На этой пробке. Господи, это еще кто написал ребятам? Пипец какой-то. Сейчас позвоню. Алло! Это дизайн котик Робокс. Тут кто-то написал. Придите, пожалуйста. Шучу. Просто я так айфон взял. Ладно. А скин я уже выбрал? Ну ладно. Я скин не выбрал. Короче, мы будем... Эй! Что? А что ему надо?
Всем пока. Пока, кружок. Да что там вы заходите? Посмотрите, есть пилотика. Начинаю подготовку. Я покажу, как он попахнет, Илья. Он меня, блин, побахнул. Это вообще игра тут вообще. А, блин, вообще крутая Барбоскина. Рип, даже я буду снимать видео про Симочки. Но там уже выходил, уже недавно. И недолго. А хватит уже. Пипец. Уходим по Дасе, ребята. Уходим по Дасе. Друзок, привет. Мы с тобой поговорили. У меня идет 8 робоксов. Потому что я ничего не потратил, у меня 0. Ребята, спишите комментарии, как их зарабатывать. Короче, я называю это еще. Потому что я не могу покупать. У меня нет денег. Привет, Чумоха. Привет, Рузок. Сейчас напишу. Да вы что тут мультики смотрите? Господи, еще за эти надо прислать в роза. Господи. Эй, я хочу посидеть просто. Смотри, какой кузов перезу. Ладно. Пойду к свою комнату. Кстати, Гер, сделай мне домашнее задание. Нет, нет, я не хочу делать эти деньги. Вот я хочу уходить. Я не хочу, идите. Я хочу быть трусками. И Тимохи. И труска. Может, Ризу. Я хочу... Смотрите. Это скин Пуска и Дымка. Короче, вы тоже за него играете. Ой, то есть за них. О. Кстати, я уже это видел. Ах-ка. Эту серию построили мы с Лео. Кукареку. 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 Смотрите, у меня iPhone
и какой-то знакомый номер. Паренек! А что ты завис? Алён, что ты завис? Иди отсюда! Это мама на кровати! Иди отсюда, парень! Смотри, что у него двигается! Иди, ребята, я смотрю на него! Он не двигается, Бим! Иди мимо отсюда! Он выходит! А он заходит! Я отсюда! Рос, девчонка, блин. Господи, а? А? Ну хорошо, что принес. Я тебя дал. Я чего с... А. О, что за зеленое? У меня, кстати, их есть. Идем у дяди. Так называют, ребята. Открываем. И смотрите, кто у нас. Райна, Мила, Теленок. Ребята, как кузнечик из зеленого зовут вообще? Кузнечиха. Конечно, Кузя. Кузя, здорово. Ты что мне бахаешься? Я с тобой меня не ударю. Ребят, смотрите. Это не комната смеха. Это какие-то комната черных. У нас, кстати, друзья тут. Лунтик, как я рад тебя видеть. Ну давай спускайся. Выходит, ладно. Тут Лунтик, тут Мила, тут Теленок. Опустите! Серьезно? Кузя, все. Я узнал друзей. Унтик, Кузя, Мила, Теленок. See you.
Ай, что-то я добавил. Я придумал плоский, я знаю. Знаете, где... И еще один сделай вопрос. Тут такси. И смотрите, мы можем куда-то ехать. Дача, школа, у меня где двор. Школа там. Дача, двор. Привет, сам себя здоров! Привет. Я тоже хочу. Я пошел тогда. Все, я теперь другой гейм. Подожди. Слушай, я тоже могу там присесть, не хочу. Так. Ох. Что за ох? Это похоже, что это ох. И бог. Ага, тут показано, что у нас дача. Но мы можем поехать на такси. О, кто-то сказал. Так. Вот такси. Дача. Поехали. И говорю, а, это школа? Я перепутал, кажется. Почему? Вот у меня где? А, да, кажется. Брус, у меня где? Купить за 50 жетонов. Я, кстати, если я не хочу пока. Пока я ногой. И... Сколько у нас друзей? Ага. Ну, просто чуть-чуть уже у нас. Господи, все уходит, наверное, и, наверное, не будет закончить. Я до сентября. Я бы поводаю. Всякий чего. Ладно. Мы уже тут снимаем все. Показываем. Даже я не знаю, как получить скин деда, когда мы будем найти ключ, спасать его. Ладно. Пока это все. Обязательно лайки ставим. Подписываемся. С вами. Я, кажется, перепутал, не буду. Так. Я хочу скин. Я смотрю, тут чуть-чуть игроков тут. Ну, пока много. Я смотрю. Будем мы снимать еще лаборатория роботов. Я хочу снимать про его, конечно, и вот что. Ладно, будем снимать. Кто сидел? Класса, блин! Короче, я... Ой, господи. Один тысяч, получилось. Я, короче, превратился в папу Барбоскина. Смотрю, все, какой он дорогой. Смотрю его, и вот тут очки. Ну, хорошо. Здравствуйте, я не хочу вам покупать, у меня нет робоксов. Там кто-то земля. Ухать! Ну что я тут парится? Не буду добрый идти. Я не буду добрый идти. Эй, кот, ты чё, блин? Алло. Не побирать! Ладно. А если это где?
Короче, ходите вот так. Все. Ты меня убивала! Все, ты меня убивала! Что ты несешь? Так, после мою. И давайте продолжим. Да. Сегодня Гав не новости. Тут написано Гав. Я тоже напишу. Гав. Так, господи, ходит уже. Как раз сюда собака как-то уходит. Гав. Гав. И все. Ребята, я 8 батя стал. Так. Носики пипа проедет. Так. Срочная новость! Сегодня у нас в городе появился какой-то чувак. Срочная новость! У нас появился какой-то чувак. Поймите дырку, дойчик. Короче, вы ищите по ним. Стоп. Все! Я выключу. Вы не забудьте смотреть и папино видео. Мое видео Майнкрафт. И что ты еще сказал? Папино видео. Еще моего папина второй дизай котик. Не забудьте смотреть. Ой, за первый, а я второй. Так и скажи, что мы. Лэп. Косп. О. Упси. Я так тебе не попросил. Круто. Так. Респон. И смотрите на это правильно тут. И я не хочу. Это я! Ника! Всем, это я! Короче, я заслужился. Так. А вы. Кстати, я хочу вам еще показать один чувак, который он тут не один тут мусор изъедет. Вот сейчас я проверю, кто он. О, он что, как? Кто тут стоял? Сейчас поправим наушники. Все. Выход первый этаж. Сейчас найду. Я тут паин. Ребята, я вижу. Сейчас. Короче, вот тут все смотрите на этот проход. Ну, направо. И смотрите. Это не часто. Ты, кстати, кто? Еще мы можем с ними поговорить. Вот смотрите, вопрос. И вопрос. Вопрос. Не хочешь купить? А что покупать? Это... Ну что? Ты крутое. На, есть. Ты что, скокался? Ха, не дай трусок. Спасибо, трусок. А можно еще?
Я могу покупать другое. Он что-то другое. И вот я сейчас им сказать буду. Что у меня супер грузинка очень крутой вот здесь. Ого! Ну правда она какая-то чуть-чуть слабенькая. Ну зато увидит спокойно. А мы можем тут прыгать. Дайте я проверю. Ну да, по-моему, нельзя. Ладно. Тогда идем домой. Да-да, здорово-здорово, пацан. Ой, то есть Гена. Апна. Ого, ёлки горы. Короче, супер грузинка, это очень супер. Ого. Ее надо возить. Ого. Опа. Давайте так. Фух. Ладно. Это вообще новая игра. Ну, так кто там вообще пил? Кто не видит этого героя? Ауч. А, кстати, а мы что? Чего вообще тут? Говори у меня. Меня супер крутой, меня уже играет. Залка, блин. Господи, ладно. Тут все залка, конечно. Вот эти. О, это моя любимая. Я струса тебе в футбол смотреть. Это себе крутое и моя любимая футбол. Ребята, кто-нибудь смотрел футбол? Ну, пишите комментам, ну, ё-моё. Господи, ладно. Курти. Ну, ладно. Так. Смотри, мне рот не попал, то мне остро будет. Пусть кто-то писает. Так. Ого! Сизгаим. Это которая Сизгаим, это серия была в Барбоскину. Посмотрите. Сизгаим. Это... А. Это вообще Сизгаим, который я видел, который Гена так делает. Откройте, откройте. Свободу, свободу. Ах, ладно. Реклама. Спасибо, не надо рекламу, про ютуба какие-нибудь. А это мы с Геном маленькие такие. Маленький такой. А это их папа Барбоскин, мама Барбоскин. А это дед. Посмотрите, еще такая. Еще смотрите, Роза. Да, бери! А почему не мне? Почему не мне?
Подожди, как он мне написал? А почему не мне? А почему не мне? А я пескина, я подожди! Я пескина, господи! Я пескина! Извините, мне пескина, я пескина! Не туда! Не туда, блин! Не туда, где скин? Где скин? Вот там скин! Я хочу быть Маусом, потому что это Маусом, Маусом и дела. Здорово, пацаны! Здорово, мы будем пацаны! Да, мы будем пацаны! Пацаны, пацаны! Здорово, пацаны! Пацаны! Едем! Что надо писал? Нет! Да я не хочу, останьте, останьте. Все. Посмотрим мультики самые крутые. Мультик! Я вижу мультика. Они уже видео заснимают подолго. Ребята, у меня один вопрос. Ребята, кто-нибудь смотрел фильм мультика? Один. Фильм. Мультик. «Воскресенье домой». 29 августа. Я так быстро смотрел. За Самсунка. Это что, кто меня звонит? Смотрю тут еще. И ничего тут не делать, как всегда. И вот. Я поставила ее труска. У меня один лист. Ставлю, пожалуйста, книгами. Вот смотрите, это тайный проход у папы кабинета. И чистит вот это того, который надо дедушке спасать. Давайте попробуем. А что, уже закрылось твое? От этого прохода. Откройте. Обратно откройте, господи. Как мне пройти? Что мне делать? Это какой-то сундук. Если это от того, можно дедушки спасать. Тогда я тебе привет. Вот так прыгаем и все. Лучше. Господи, что с тобой? Песок! Смотри, крысы! Ну, она просто поставится. Так, такси, Татя, поехали. Я сюда того. Все, открываем. А нет, он другого света. А, кстати, а этот вообще какой? А этот зачем? А этот ключевой, если подходит, но я этому тоже лею. Давайте я посмотрю.
вот это. А, нет, это туда. А, тут ясенька. Кстати, это вообще поменялось вопрос, а какой из этот кьютик от этой идеи? Ну, вообще другого цвета. Короче, просите вы. Ладно. А это все? Обязательно. Поставьте лайк. Подписывайтесь на канал. С вами. Такой у нас хороший путь. На нашей путевке Барбоскины. Как спасать дедушку, я не знаю, спросите вы. Ладно. Всем пока. Поставьте лайк, подписывайтесь много. И просмотры набираем. Всем пока. Скоро встретимся.